Как нейросеть облегчит жизнь работникам нефтегазовой отрасли? На круглом столе ученые Казанского университета представили проект «Когнитивный геолог». Смотрим. С 18 по 19 августа в Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета проходит круглый стол на тему «Актуальные направления цифровизации и развития нейросетевых технологий в нефтегазовой отрасли». В рамках первого дня мероприятия учеными КФУ был представлен проект «Когнитивный геолог», который станет для работников нефтегазодобывающей отрасли виртуальным помощником в поиске и обработке информации. Наш проект направлен на анализ данных о скважинах с тем, чтобы потом предлагать геологам какие-то возможные решения по увеличению, улучшению, прогнозированию. Если мы на вход подаем какой-то документ, допустим, паспорт скважины, то наша система должна будет без помощи человека определить, о чем идет речь в этом документе. С технической точки зрения это будет веб-портал на первом этапе, это точно веб-портал, в дальнейшем, возможно, мы задумываемся о мобильном приложении. Внедрение новых технологий в работу нефтегазодобывающих компаний позволит упростить рабочий процесс, сделать производство экологичнее и снизить стоимость конечного продукта. На круглом столе свои разработки крупнейшим предприятиям России представят Университет нефти и газа имени Губкина, Сколковский институт науки и технологий и Уфимский нефтяной университет, которые совместно с Казанским федеральным университетом входят в состав научного центра мирового уровня «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты». Ариадна Кугушева, Фарид Захитаглы, Универньюз.